Друзья, всем привет! Продолжаем ходить по лесу, кормить клещей. Сегодня у меня в планах проверить две далекие делянки, до них 3 километра. Каракат у меня в 500 метрах уже отсюда. Ну, я с включенным металлоискателем, полусложенным, иду просто под собой прозваниваю. 2-3 консервные банки. Ну и тут какой-то сигнал, вот тут начал завал обходить этот сигнал. И тут у меня прям колун. А нет, это кувалда. Нашлась целая кувалда. Прикольно. Сегодня со мной симплекс. Все, здесь пусто. Так что идем по дороге, прозваниваем. Хорошие сигналы буду показывать, а мелочь не буду ничего снимать. Ну и на делянке, если что-то будет, то будет хорошо. Надо просмотреть там пару делянок. Ну что, друзья, иду по дороге. Расстроенный весь. До делянки немножко осталось, но сейчас решил вот здесь на перекрестке в болоте не поискать, потому что там тросы лежат. Вот я визуально нашел. Визуально бочку нашел из-под масла. А расстроился, почему дорога прочищена, вообще все отпилено. Тут завалы были, все прочищено. И утрамбовано все на каракате. Кто-то ездит. Ну, я знаю, кто ездит. Мои конкуренты. Молодцы, дорогу пробили, мою мечту сделали. Хоть какой-то плюс. Но, возможно, и они и делянки уже прошли. Так что будем... Не будем, ладно, расстраиваться. Но сейчас до деляночки сходим. Сперва здесь поищем, потому что... О, вижу умывальник даже на дереве из бутылки. Значит, здесь стоянка была. Здесь, возможно, поискать. Можно что-то найти. Вот. За 10 минут поиска. Оборванные тросы. Бочка из-под масла. Все вот тут вблизи. Сейчас еще осталось вот этот участок пройтись, поискать. Может, что-нибудь найдем. Ну, а потом передвинемся. Да. Опоздал я, может быть. Опоздал. Ну, ладно, расстраиваться не будем. В лесу еще много делянок, много мест. Даже если вот они здесь ездят, дорогу они не прозванивали. А на дороге бывают хорошие куски. Ладно. Зато мне потом не надо будет чистить дорогу. Мечтал я там доехать до перекрестка одного. Теперь точно дорога есть, так что на следующей недельке можно и рвануть туда, и дальше еще потом пешком прозванивать все. Это будет даже еще лучше. Дорогу не надо готовить. Ну все, сейчас ищем, смотрим. Может, что-то попадется крупненькое. Брожу по этому перекрестку уже час, меньше часа. В основном консервные банки и кольца. Очень много вот мусора там в углу. Здесь под умывальником бутылки, водки, крышки, консервные банки. Одна мелочь идет. Вот немножко каких-то крючков. Непонятно, что это, вешалок. Все эти кольца на той стороне, вон там. Ремонтная, наверное, была. Но крупного металла там вообще нету. Еще туда я не ходил, только с этой стороны. И сейчас вот там наконец-то нашел заначку. Подшипник. Хоть первая достойная находка. Ну, у меня тут еще вот в мешочке. Тоже там банки, склянки. Не склянки, а банки. Так, а вот первая наконец-то достойная находка. Подшипник. Вот, уже килограмм полтора. Так, еще тут где-то что-то звенело. Сейчас посмотрим. И тут у меня в мешке вот. Там пару банок, крыша, ой, пару крышек и вот такая звездочка. Блин, нету крупного металла, здесь нету. Пока не попадается мне. Где-то заныкан. Либо же тут уже его нашли. Возможно, даже не оставляли. Ну ладно. Чуть-чуть есть металл, так что и пока ищем. Еще полчасика поищу, потом передвинусь уже точно там на делянку. Моей задачей была делянка в первую очередь, так что ее надо сегодня в первую очередь пройти, а то у меня уже аккумулятор на одно деление сел. Сейчас буду вот этот угол прозванивать, все тут под елками, все вот под этими.
гнилыми дровишками будем прозванивать. Так, вот там был подшипник. Тут опять хороший сигнал. 60, 63, 70. Ага, ну, запчасти от подшипника. Ага, внутренние кольца. Какая-то опять звездочка. Она, наверное, сломалась. Второй половинки нету. Нету. Сигнальчик какой-то 50-70, но не четкий. Какие-то кольца. Ага, опять подшипник разваленный. Так, надо найти его теперь. Наружную обойму. Тут вот только что нашел опять эту звезду, половинку. Возможно, у той половинки. Сорок пять, 35. Бутылка. Нет, опа. О, вот это уже что-то. Хорошо, значит, эта сторона пожирнее будет. Так, крутимся, ищем. Шестьдесят, 67. Ничего не попал, значит, баночка. Я же говорил, баночка. Раз не попал лопатой, значит, что-то мелкое. Тоже берем каждый грамм. Да и меньше потом мешаться будет в лесу. Мало ли, в следующий раз опять добивать эти участки. Ой, все, тут банки пошли кругом. А, вот из 10 сигналов, вот может быть 9 банок, а 10 может быть не банка. И вот надо все проверять. В таких случаях надо щуп прощупывать. Да чё с ним? Он на все. А тут одни банки пошли. Опа. Так, еще хороший кусок. Все. Сегодня, значит, на делянку не идем. Бьем это место пока. Пока бьем, выбиваем это. А на делянку потом можно через пару деньков на вездеходе прям съездить.
все придется все тут проверять. 50-65. Опа. 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 Опа, на. Фартануло, повезло. Фартануло, повезло. Фартануло, повезло. Ой ты, блин, извини, извини, металлоискатель. Так, все, хватит ходить. Там буду потом, если что, делать. Схрон. Кучку, вернее. Ну все, ребята, сейчас ищем. Если еще будут хорошие сигналы, буду показывать. Уф, ребята, еле вот эту помойку прошел. Еще много там сигналов, но пропускаю. Вот тут вообще непонятно. Вот тут что-то. Тут. Вообще что-то непонятно. 15. Ах, тут шестерня какая-то. Ага, фартануло, повезло. Опа, на. Опа, хорошая. Эх ты, моя родная, вот ты где. Вот, да там целый клад. Бинго. Фу. Что-то кто-то шарохается в лесу. Хорошо, что я здесь решил поискать и не пошел сразу на деляночку. Результат тут есть. 70, 60. Еще что-то есть. Так, еще одна звездочка. Еще одна звездочка. Еще одна звездочка. Так, тут что-то уже другое. Коробка, ой, рычаг коробки передач. Ё-моё, да тут коробку разобрали. Коробка. Еще бы корпус от этой коробки найти. Опа. Опа. Опа, опа, на. А, ребята, нет, это стяжки.
какие-то стяжки у нас. Нашел алюминиевую ложку. КВ. Алло, цена 16 копеек. КВ, алло, цена 16 копеек. Жалко, что не серебряная. Ладно, алюминиевая пойдет. Отмыть ее в вездеход. Колечко, 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 кольцо. Какая-то опять крышечка, наверное. О, блин, лопата загнулась. Ё-моё. Ребята, я лопату загнул. Вон. Блин, все. Выпрямлять нельзя. Что-то тут сигнал. Вот такие засраные баночки. Сейчас лопату сломаю. Вон, блин, гаденыш. Ну что, вот такой результат получился. Три трубы. Какая-то крестовина. Не знаю вообще для чего. Три стяжки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Около восьми звездочек. Один конический подшипник роликовый. Тут граната, шрус наподобие чего-то. Много колец из-под подшипников. Консервные банки несколько штук. Там крышечки. Что-то там еще пластинки. Будем забирать на вездеходе. Через пару дней сюда приедем. Сейчас начинаются дожди. 2-3 дня. 2 дня будут дожди. И вот после дождей даже получается через 3 дня. Через 3-4 дня приедем за ними. Все, на этом все. Мы с Джеком пообедали. Вон он банки таскает. Их надо потом тоже будет с собой взять. Все, ребята. Всем спасибо, всем пока. Лес кормит.
Все, друзья, добрался спокойненько, без приключений. По пути почистил в некоторых местах дорогу, чтобы меньше прыгать, чтобы поровнее ехать, не переезжать из колеи в колею. Но еще много чистить. А сейчас вчера загрузим металл, взвесим, сколько у меня металла получилось за вчерашний коп. Ну и я потом пойду дальше копать. Все, начинаем. Так, металл подготовил, почистил немножко, чтобы лишнюю грязь не возить. Очень много грязи было в них. Ну что, давайте потихонечку взвешивать. Посмотрим, сколько получилось. Так, килограммы. 12700. Берем 12 килограмм. Тринадцать четыреста. Берем 13. Одиннадцать восемьсот. Берем 11. 12 плюс 13. Ой, что-то 10, 20, 25 плюс 11. 36. 11 800. Берем 11. 36 плюс 11 47. 47 плюс 13 500. Берем 13. 47 плюс 13 50 60. Все, 60 уже есть. 8 700 плюс 8 68 5. Ну, она с грязью, давайте 4. Труба 4. 68 плюс 4, 72. Считать не легче. Так. 72. Домой. Все, отлично. Вчера покопали. План был 60. Сегодня плана нету. Сегодня как пойдет. Небо уже закрывается тучами. Ну и мусор с собой тоже его заберем. Совсем забыл, что у меня еще маленький схрончик был. Ну тут килограмма 3. Ну, будем считать, что 2. И 78 плюс 2. 80 килограмм. Погода позволяет, я копаю. Немножко еще сниму для вас. Вот. Нашел прям там же, где вчера, вот здесь шестерни. Чуть-чуть в стороне, около елочки. Вот эти все запчасти были там. Нашел еще ножик, ложку, батарейку. Ну и вот по мелочи. Сейчас взвесим. Ноль килограммы. Плюс 10. Итого у нас 90 килограмм сегодня. Загруженность 90 килограмм. Это полтора должно быть.
Ой, как я же преуменьшаю. 2800, 2 килограмма, 92. Это мелочь. 92 килограмма у меня в кузове чистого металла. Друзья, ну а в следующем ролике посмотрите, как я буду вытаскивать вот это дышло. Вот один край, вот второй край сломано прямо у основания телеги. Ну, а здесь целое кольцо. Работа есть. Приедем, будем пилить, вытаскивать. Этот в следующем ролике. Обратно закопаем. Все, начинается дождик. Я обедаю и возвращаюсь домой. Ах! Будь здоров!